друзья, здравствуйте все. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену. Все уже здесь. Это мое большое счастье, музыканты, с которыми имею честь выступать. Армен Драбов. Денис Прушинский, саксофон, флейта. Петр Ильшин, барабаны. Антон Горбунов, бас-гитара. Как приятно, спасибо большое. Начнем мы, с old, как всегда, с олд-блюза. Basin Street Blues. Where the air always sweet and you are there, and our dreams.
just a parting garments. Let it be, yes, yes, sir. When my comes redeeming me, where I can lose. I love to try.
out to your bed with a prayer that I make love to me. How strange that it seems. Someday we'll whisper sweet little things in my ears, hanging out a kissing. Я ненадолго ухожу, я оставляю, потому что я очень хочу, чтобы сегодня прозвучали одни из самых хороших и еще и инструментальных произведений, которые, в общем, пишутся. Ну, я думаю, в большинстве своем будут авторские, да? Инструментальные. Лаки? Давайте сам. Или счастливчик. Все, неважно. Только ты тогда объявляй. Армен Мирабов, Денис Пушинский, Антон Горбунов, Петр Ивчин. Я не надолго. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну кайф страшный вообще.
Ну, согласитесь. Невозможно работать. Хочется постоянно их слушать, любить и все больше, чем это. Моя одна из самых любимых вообще песен, да, Аарона Линса, называется «Айленды». Вот в нашей такой трактовке. See us, show me how to love you.
Joe Sample, Street Life. Thank you.
Армен Мирабов, Денис Грушинский, Антон Горбунов, Петр Ильчин. Фанера. Фанера. Кармашки. Гершвин. The man I love. Спасибо большое, что вы нас делаете еще лучше. Someday he'll come along. My good news.
to, from which I'll never run. Who will believe? As all else above, I'm waiting for the Thank you.
большое. Вот два. Я уйду. Спасибо. Исполним наш год, два и еще один. Это сумасшедшие, не обращайте внимания. Это мои друзья. Товарищи, не обращайте внимания. All of us, как Еще
редактор журнала «Веселые кретинки», сам издат. Я к ним присоединяюсь, они же поразительные на самом деле совершенно личности, вот эти две девушки. Одна из них Ася Пивоварова, потрясающий талантливый совершенно человек и автор своих произведений, у нее прекрасный коллектив, и все ей аплодисменты. И вторая тоже безумная, значит, Александра Команда Бабы. В общем, всем рекомендую. Спасибо, я удаляюсь ненадолго, нет, надолго, нет, ненадолго, а сейчас как? Инструментальный? Конечно. Правда? Где я нахожусь? Так, я пошла. Я возвращаюсь, конечно, скоро. Спасибо. Thank you.
Да.
Да, пока так. Может быть, папа пришел? Папа. Папа. Хорошо. Следующая композиция называется «Папа пришел». Вот кто не знает, она почему-то пришла, родилась, когда пришел как-то папа ко мне домой. Такой у него был, видно, стремительный, не знаю, как сказать, переход. Что вот, ворвался в мою жизнь. Что родилась следующая композиция. Thank you.
Кстати, мало кто знает, что профессор Лебединский восхитительный музыкант и прекрасную музыку любит. Вот, это мало кто знает. Вот. И посему спою-ка я вам блюз. Georgia Forever All My Mind. Georgia, Georgia, the whole day is just an old sweet song. Oh, keep Georgia.
Большое спасибо. Спасибо. Вы, Антонио Карлос, Дмитрий. Сейчас. Спасибо. Как хорошо. И как жалко, что день рождения только раз в году.
как чужие дети. Это уже мужчина. Это только друг может подарить. Нет, настоящий. Поймите правильно. Она говорит, у тебя уже все есть, все. У меня даже Жорик уже есть. Спасибо, низкий поклон маме, очень приятно было видеть. I want to go home, тебе в долгунку было. Старая песенка, old blues, about о нашем настоящем доме. Start up.
большое. Мы не капризничаем, просто мы, правда, страшно устали. У нас был марафон трехдневный, и в конце концов, вы же не последний раз пришли к нам. Это шантаж. Мы обещаем, нет, это не шантаж. Профессора, молчать. Спасибо вам большое, спасибо. Мы сегодня отдали все, все, что осталось. Спасибо.